Васильевич Матыцын. Добрый вечер, Москва, добрый вечер, Лужники, добрый вечер, уважаемые спортсмены, тренеры, гости, волонтеры. Для меня большая честь и радость быть сегодня вместе с вами на этой сцене, в этом святом для всей России и всего нашего Отечества стадионе Лужники. И с немножко грустью, но с большей радостью хочу поздравить вас с открытием спартакиады. Я не ошибся с открытием, потому что ведущие сказали, мы возродили спартакиаду, и значит, мы укрепили и соединили связь между нашим славным прошлым, великим прошлым спортивной России и будущим, в которое я тоже верю, потому что результаты соревнований, тот энтузиазм, с которым соревнования были организованы, и в нашей великой Москве, которая взяла на себя большую часть программы 18 «Патриотизм», потому что как бы какое бы давление на нас не оказывали, на российский спорт, на нашу страну, мы видим и доказали еще раз этими победами, что нас не сломить и что мы верим в будущее. И как прочитали стихи Роберта Рождественского, действительно, спорт – это жизнь, целая жизнь и даже немножко больше. И это мы еще раз, повторяю, увидели на аренах спартакиады.